«Мафия 3. Город пробуждается». Создавая New Border от Нью-Орлеана, мы взяли только самое лучшее. На юге находится заболоченная местность, где плавает аллигатор. Вы можете пойти на пустырь или в док. Именно там проходят все сделки и операции. Круто то, что где бы вы ни были в городе, это место выглядит уникально. Город состоит из 9 уникальных районов, и в каждом из них своя криминальная среда. Все районы уникальны. От настоящей дыры очень бедного района, где родился и вырос Линкольн, до классических каналов Нью-Борда, богатых районов с неоновыми вывесками и джаз-барами. Город сам по себе имеет уникальный характер. Он играет главную роль. Мы открываем город по ходу развития истории. Само собой, вы всегда можете исследовать его в любой момент. Но все происходящее в городе связано с сюжетом, с вашей охотой. По ходу прогресса вы будете посещать новые места города, будете находить новых персонажей, которые прольют свет на то, как мафия управляет улицами. Игра выходит 7 октября.